Sony Ericsson Xperia Neo. Сбор. Сборку телефона начинаем со средней части корпуса. Наклеиваем на среднюю часть шлейф функциональной клавиатуры и боковых кнопок. Переворачиваем среднюю часть телефона и устанавливаем функциональные кнопки. Шлейф установлен. Затем дисплей прикладываем к средней части телефона и защелкиваем его. Далее заворачиваем шлейф дисплея на заднюю часть рамы. К системной плате прищелкиваем шлейф боковых кнопок и функциональной клавиатуры. Устанавливаем накладку со слуховым динамиком на системную плату. Переворачиваем системную плату, аккуратно накладываем ее на среднюю часть и защелкиваем шлейф дисплея и коаксиальные кабели. Прикладываем среднюю рамку к аппарату и фиксируем ее в верхней части винтом. Фиксируем раму по всему периметру нажатиями пальцев. Защелкиваем разъем сенсора и устанавливаем заглушку разъема сенсора. Переворачиваем аппарат и вкручиваем еще два винта в верхнюю и нижнюю части телефона. Затем прикладываем сенсор. Далее устанавливаем боковые панели с обеих сторон телефона. После всего закручиваем 6 винтов по всему периметру задней панели. Не забываем, что в нижнем левом углу винт отличается от 5 остальных винтов. Аппарат собран.